Бесмарь. С меня правда хватит, мне это все надоело. Я в полном адеквате, но всему есть свой предел. Куда так топишь, малая? Пожалуйста, сбавь обороты. Я все понимаю, скажи, может случилось что-то. Может быть, нам стоит отдохнуть друг от друга, а? Хотя бы неделю ты поживешь у себя. Я потусуюсь с парнями, обещаю, жестить не буду. Мы соскучимся нереально и снова все будет круто. Я надеюсь, что все будет круто. Но в данную секунду мне охота убежать отсюда. Охота бежать, куда глаза глядят. Бежать куда угодно, главное подальше от тебя. Это все неправильно и что вообще происходит? Мне ведь все так нравилось, а сейчас всегда на взводе. Ты не виновата, по-любому тут дело во мне. Я же Леха Долматов, со мной всегда как на войне. Может быть, нам показалось, как в той старой песне. Мы плохого не замечали первое время вместе. Клянусь, мне было хорошо это время с тобой. Но задумайся, ты уверена, что это любовь? Помню, она плакала, а я смеялся над ней. Она прятала алкоголь, а я делал ей больнее. Я завалился спать, и как уехала, не помню. Да и похуй, завтра найду себе новую. Если закурю, то потужу, об твое сердце дал. Ладно, отравлю, спонсор твоих проблем. Мой вклад, твой стресс, топовый инвестор. Попробуй найти замену. Прикол, дни тут кресле. Ожидай камбэк и смотри твой контент. Я не уверен, что такого можно спасти. Кому доверить тебя и уйти? Доброе утро. Точнее, уже вечер, я одупляюсь, вспоминая вчерашний ситуэйшн. Помню, что был чем-то предельно выбешен, был в хламе полнейшем, но причины не помню вообще. Из-за чего поссорились, я тоже не помню. Из какого перепуга ее сейчас нету в доме. Почему я сегодня проснулся один? Почему она меня не разбудила? И я представил свою жизнь без нее. Как я буду тут один в этом доме моем? Звать пацанов поржать можно день-другой, но просыпаться одному не кайф. Кто знает, тот поймет. Сейчас поеду извиняться, мне не привыкать. Я знаю адрес и милый букет в руках, и я верну ее. Могу поспорить, дом Гуфита, мазафака. Зря вы на меня гоните. Если закурю, то потужу, об твое сердце дал. Ладно, отравлю, спонсор твоих проблем. Мой вклад, твой стресс, топовый инвестор. Попробуй найти замену. Прикол, дни тут кресле. Ожидай камбэк и смотри твой контент. Я не уверен, что такого можно спасти. Кому доверить тебя и уйти? Если закурю, то потужу, об твое сердце. Да ладно, отравлю, спонсор твоих проблем. Мой вклад, твой стресс, топовый инвестор. Попробуй найти замену. Прикол, дни тут кресле. Ожидай камбэк и смотри твой контент. Я не уверен, что такого можно спасти. Кому доверить тебя и уйти?